В этом видео я обращаюсь и к тем участникам марафона, которые уже в нем давно состоят, и к тем новеньким, которые только пришли, только подключились недавно к нашему марафону здоровья и стройности. И также к тем, кто еще пока раздумывает, но, вероятно, тоже подключится, потому что сейчас такое время, что нельзя не думать о детоксе. Мы живем с вами в довольно токсичное время, поэтому думать о детоксе должен каждый человек, который заботится о своем здоровье, который любит и уважает себя. И в нашем проекте собрались именно такие люди. Я хочу вам рассказать о том новом этапе, который нам предстоит совсем скоро. Я назвала его эфирный детокс. Он проходит в рамках уже существующего марафона «Здоровье и стройность». Начнется он 1 апреля. Я хочу вам рассказать, что это такое за эфирный детокс, из чего он будет состоять, из каких этапов, и в чем его прелесть и уникальность. Начну я с того, что я нисколько не пожалела о том, что сделала свой проект бессрочным. Хотя, согласитесь, такое сейчас, ну, довольно редкое явление. Обычно, когда люди заходят на какое-то мероприятие типа марафона, они проводят в нем определенное количество времени, скажем, от и до, и, получив свои результаты или не получив свои результаты, они покидают этот марафон. И, возможно, уходят на какой-то другой, либо возвращаются сюда, но уже на платной основе. Я изначально решила, что у меня будет другая система, у меня будет другой подход, потому что я считаю, если человек решил заниматься оздоровлением своей жизни, то потратит он на это довольно много времени. То есть совершенно точно за один месяц он не успеет получить все те результаты, на которые он нацелился. А обычные марафоны, как правило, так и проходят в течение одного месяца. Люди, которые приходят решать свои проблемы на марафон, это люди, как правило, уже в возрасте, которые нажили себе хронических заболеваний, лишнего веса. И понятное дело, что за очень короткий промежуток времени решить эти проблемы, так сказать, взмахом руки точно не получится. Придется постараться, потрудиться, попыхтеть какое-то время, кому-то несколько месяцев, а кому-то, возможно, и несколько лет, если заболевание уже запущено или если их несколько. Вот поэтому я приняла решение, что мой марафон будет бессрочным. То есть ты один раз в него заходишь, вносишь свой платеж, ты вкладываешь свои деньги не в мой кошелек, а в свой набор, в свой стартовый набор эфирных масел, которыми ты же сам и пользуешься на этом марафоне. То есть ты делаешь вот такое вложение в себя, очень выгодное, и ты продолжаешь обучение в этом бессрочном проекте столько времени, сколько тебе потребуется. Тебя отсюда никто не выгонит. Более того, у тебя будет система кураторства, то есть у тебя будут люди, которые будут помогать тебе решать твои проблемы, которые будут проводниками твоими в мир эфирных масел, помогут тебе разобраться с личным кабинетом, всегда работающий чат поддержки. У тебя постоянный доступ к обучающим материалам, и эти материалы, они все время пополняются новыми. И вот сегодня я хочу рассказать о том новом, чем мы пополнили нашу коллекцию нашего марафона «К здоровью и стройности». А пополнили мы ее программой «Эфирный детокс». Когда человек имеет желание очистить себя от шлаков и токсинов, и когда он понимает, что это действительно имеет место, это загрязнение, да, и он хочет стать более чистым, более здоровым, очень часто у таких людей есть желание сделать все очень быстро и сразу, как говорят. Но быстро и сразу не получается. Для того, чтобы все было хорошо, безопасно, нужно готовиться. Вот поэтому наш марафон всегда начинается с подготовки. Чем бы мы ни занимались, и в данном случае, когда мы входим в эфирный детокс, мы начинаем с подготовки. Это обязательно.
Это предварительная детоксикация, это изменение питания, это прием адсорбентов, это базовая эфирная терапия, которая помогает нам привыкнуть к эфирным маслам, привыкнуть к новому образу питания, привыкнуть к новым реакциям тела, привыкнуть к себе самому новому, потому что уже на этапе подготовки начинает снижаться вес, начинают меняться обменные процессы. Человек чувствует, что что-то происходит, да, что-то улучшается. Возможно, что-то просто меняется, но он пока еще не очень понимает, а что это, а как это будет дальше. Для этого нужен период адаптации, то есть подготовки, и мы им очень плотно занимаемся. Далее. Есть такое большое всенародное желание освобождаться от паразитов. Я очень долго отнекивалась и отбрыкивалась от этой темы, от паразитской, но настал момент, когда отбрыкиваться стало больше невозможно, потому что запросов приходит очень много. И тут по замечательным обстоятельствам моей жизни получилось так, что жизнь меня свела с людьми, которые более экспертны в этой области, нежели я. Я имею в виду в антипаразитарной области. И с помощью таких людей, моих партнеров, мы сделали антипаразитарную программу на нашем эфирном детоксе. Но заниматься освобождением себя от паразитов следует только на подготовке. Поэтому мало того, что у нас есть подготовка к общему детоксу, к общему оздоровлению, очищению себя, у нас еще есть и специальная подготовка к антипаразитарному очищению, и она тоже включает в себя эфирную терапию. Сначала это эфирная терапия на базовом наборе, потом нам потребуются другие масла, которых нет в базовом наборе, но без которых, в общем-то, не мыслим этап детокса, а тем более не мыслим этап антипаразитарной программы. И, конечно, нам потребуются нутрицептики, то есть БАДы, которые тоже приходят к нам не на начальном этапе, потому что вначале нам нужно сначала базу под них подготовить. И чуть позже мы уже добавляем нутрицептики, которые помогают нам быстрее прийти к тем целям, задачам, которые мы поставили себе на этом марафоне. Еще один аспект, очень важный. Мало того, что мы хорошо готовимся, мы хорошо очищаемся, мы хорошо проходим антипаразитарное очищение, мы хорошо выходим, да, потому что грамотный выход – это тоже очень большой залог успеха. Но есть еще один момент, что когда мы активно снижаем вес, а мы будем его активно снижать, у нас неминуемо испортится состояние кожи, особенно у тех, у кого много лишнего веса и кто много будет терять. Кожа будет обвисать. Знаю это по себе, потому что тоже теряла. Неизменно будет кожа обвисать и на животе, и на бедрах, и на лице. И у нас на нашем эфирном детоксе будет еще одна новая фишка. Плюшка – это работа с экспертом-косметологом, который научит участников марафона, что нужно делать, как правильно себя вести, как работать с кожей, чтобы обвисания не были такими ужасными, безобразными, портящими внешний вид, и как нам в этой работе будут помогать эфирные масла. Вот, поэтому у нас на этой программе целый комплекс всевозможных здоровых подходов к оздоровлению себя, не считая того большого количества уроков, которые уже есть в базе, это более 30 уроков по здоровому питанию, по естественному питанию, по очищению организма Оганян через условное голодание, по правильному выходу. Мало того, что это мои книги в свободном доступе, и записи вебинаров, и курс, обучающий по эфирным маслам, но это еще и пополнение нашей коллекции новыми материалами по уходу за кожей, да, по антипаразитарной программе. И я вам могу обещать, что на этом мы не остановимся. Мы пойдем дальше и глубже, и выше, и шире, и мы будем постоянно расширять
программу нашего марафона и пополнять его новыми и новыми материалами. Все для того, чтобы ваше оздоровление было действительно по-настоящему комплексным, и чтобы результаты вы получали намного быстрее и были намного довольнее и счастливее, чем те люди, которые пытаются это делать вне нашего проекта, вне нашего марафона. С удовольствием приглашаю всех в мой марафон к здоровью и стройности на эфирный детокс. Старт 1 апреля. Не пропустите.